Если мы разобрались, что такое всеобъемлющее слово, да, все, так, получается, человек унифицируется или делается уже заранее универсалом. То есть во всех направлениях он должен понимать и может, по крайней мере, начать развиваться в этих направлениях. То есть что мы представляем из себя? Понимание сфер деятельности или отраслей деятельности дизайна. Это прежде всего три кита. 2D, скажем так, это полиграфия, это рисунки, это иллюстрации. Потом формат 3D, это формат медиа, это модели, программное обеспечение соответствующее, которое можно все увидеть в модели, ну, в объеме, скажем так. И назовем это 4D формат. Это понятие фильма, фильм-индустрии, киноиндустрии. Понятно, да? Что их объединяет? Объединяет слово «концепт». Во всем этом участвует начало, это идея. То есть создание концепта. То есть откуда все дальнейшие виды деятельности, то есть объединяющие даже, а не медленно переходящие, ну, отсюда, сюда, 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 это сфера деятельности концепта. Вот почему я начал заниматься вот этим всем, то есть копать. На самом деле, если в Википедии посмотреть или в других источниках, тема не развернута вообще никак. Google не дает ответ на понятие, что такое концепт-дизайн. Фактически все сведения, они идут на поверхности и создаются извне, то есть, скажем так, Запада. Но понятие такое существует. И сами понимаете, спрос на это катастрофический. Потому что это все актуально. Следовательно, работая над этим, я понял, что необходимо создать нечто такое, чтобы позволило человеку получать эти знания, и они должны быть свободны для того, чтобы их изучить. Потому что вы сами знаете, когда происходит некий продукт, ну, скажем, в сфере образования, он катастрофически дорогой. Знакомы с этим? Например, есть такие заведения, которые я их не буду называть, которые цена начинается от 200 тысяч рублей в год. 300 тысяч, 400 тысяч. И это нормальные европейские суммы деньги. Для того, чтобы... Это не факт, что вы, изучив эти знания, придете вот сюда, сюда и сюда. Потому что нету направленности, как изучение. В основном образование, система, как похоже, немножко такой как накопитель знаний. То есть задача такая, и передать эти знания. Но так как не хватает лабораторий, то есть непосредственно эти знания применять, вот, и бывает, что не получается связь. Вот в образе концепта она напрямую связана с производством. Поэтому это интересно, и поэтому я решил вот это дело углубляться в это. Ну и осваивать. Здесь все понятно.